Юрий Поляков выехал по коллективной жалобе жителей трех домов в Родниковом проезде. Вместе со своим заместителем Анжеликой Бузуновой глава Анапы прошел по разбитой дороге, которую люди вынуждены делить с большегрузной техникой. Всем известно, что строит в этом районе Игорь Илько, он же депутат этого округа. Однако народный избранник о чаяниях здешнего народа не знает, жалобу не видел, кто застройщик, понятия не имеет. Застройщики этих домов обещали им здесь сделать дорогу благоустройства. Ну, я понял, кто застройщик этого дома? Ну, я не знаю, о каком застройщике речь идет. Сегодня строятся дома там, многоэтажки, по тому проезду. Эта дорога, касающаяся, которая здесь идет, мы сказали нормально. Когда достроят здесь дома квартирные, мы сделаем дорогу, это вообще не вопрос, никто не отрицает. Дай мне жалобу сюда. Ну, тогда надо. Если вы считаете, что вы как депутат договорились, с людьми, выполнили их требования. Я вам дам список этих людей. Идите с ними договаривайтесь тогда. Посмотрите. Это не один человек. Видите, сколько жалоб? Видите? То есть никто ни с кем ни о чем не договаривался. Следующий вопрос. Раз вели застройки в ваш округ, я понять не могу, где тротуар здесь для людей. Вот идет женщина с коляской, с ребенком, ей куда идти? Да, у меня такой же вопрос, Юрий Федорович. И здесь железные доводы. Депутат готов построить тротуар, но не успел. 2 года назад на муниципальную землю, где могла быть пешеходная дорожка, самовольно вылез магазин. Тревогу бил, но это не точно. Все ваши обращения, что вы говорите по улице, дайте нам. И мы тогда скажем, Леонид Иванович, обращался Илько или нет? И почему администрация не работает там? У меня вопрос. А просто словоблудием, вот там, вот то. Да, мы без сомнения проверим, и забор проверим, и это. Ну тогда другой вопрос. А вы где были, раз это ваш округ? Осведомленность депутата тут же ставят под сомнение жители округа. По всему видно, что со своим народным избранником они встретились только сейчас. И то благодаря визиту главы. Ну, мы подписывали, да, коллективно, как бы ото всех, согласны с претензиями, потому что мы с ребенком за коляской не пройти. Молодец, правильно. Магазин здесь стоит, лет 20 уже стоит. Да, кстати, вы говорите, 2 года назад построили. Лет 20 уже стоит. Я здесь 18 лет уже живу. Кирпичный магазин. Кирпичный, не кирпичный, но он стоит. Ну вот этот кирпичный магазин или вот тот, который там дальше? Нет, вот именно вот этот магазин. Именно вот этот. Я здесь уже 18 лет. 20 живу, лет сюда стоит. Переехал. Мужчина обманывает. Я переехал сюда. А я вам обманываю, Юрий Федорович. В 98-м году вы могли тут и не быть. Ну, и 3 года назад, и 4 года назад. Я живу здесь с 98-го года. Не надо мне дезинформацию говорить. Коллективная жалоба рассмотрена, и по всем изложенным доводам будет проведена проверка. Но поведение депутата уже сейчас Юрий Поляков назвал недостойным.